Да, ну вот, как бы, Кикыч, то есть вот то, что мы обсуждали, что в рифы он как бы не игрец. Вот он пыжится. Вся дата тут конструкция. С локтя все как бы усирается, старается, но это прям не его тема. И очень криво, то есть очень торопливо и криво. Видите, тоже вот это вот, как бы, опять же, как всегда, палец гитарист, который дико в напряге сейчас играет. То есть, ну, бывает ситуация, когда человек нормально играет, но просто сейчас он напряжен, да, то есть он там, ну, не справляется со скоростью. Сразу, как видите, вставающий, как петушок, локоть. Вот как только вот так вот начинает вставать, просто как пенис, вот эта вот часть, значит, человек в напряге, все, это первый признак всегда. То есть, когда человек не в напряге, локоть всегда идет, как бы, как только начинается вот это вот, все, сразу можно спалить, что человек напрягся. Причем здесь же как бы не очень-то большая скорость. Примерно такой же, да? То есть вот видите, как бы, ну говорю, это не его стезя. То есть в рифе он как бы не игрец. Ему очень прям тяжело, очень тяжело. И все как бы криво, поэтому это не его тема. Может, как-нибудь сниму, умеет ли как бы накикать именно в плане рифов, потому что понятно, что по соликам он достаточно забористо шпарит, но по рифам он прям такой дохламанчик. Как относишься к гитаре?